В Уральске насчитывается 52 аварийных и свыше 200 ветхих домов. Об этом стало известно в ходе объезда акимом города строящихся жилых объектов. Абатшинбеков проинспектировал ход строительных работ. На месте побывали и наши корреспонденты. Этот 9-этажный монолитный дом по адресу проспект Абай, 244, строится вместо 3 аварийных. Работы по строительству начались в 2019 году. Сейчас здесь начинают проводить инженерные сети. В строительстве дома задействовано свыше 90 человек. Часть из них направлены из биржи труда. В данный момент вот идет... сейчас вот заканчиваем кирпичную кладку первого и второго подъезда. Идет, соответственно, штукатурка. В остальных подъездах всего 8 подъездов, 231 квартира. Общей жилой площадью 16 967 квадрат. С начала ликвидации ветхого жилья снесены 19 ветхих и аварийных домов. 12 объектов находятся на стадии строительства. Снос аварийного жилья и строительство нового ведется по программе государственно-частного партнерства. Застройщик строит дом. Мы со стороны местного исполнительного органа здесь подводим инженерные сети. Эти квартиры, которые будут заселяться именно аварийщики, будут сдаваться в чистовой отделке, то есть полностью уже готовое жилье со всеми с газовой плитой, с готовыми санузлами. То есть можно заходить и жить. Остальные квартиры будут реализовываться по черновой отделке, по рыночной стоимости. Пока строится дом, для владельцев аварийных квартир снимают временное жилье. Согласно проекту, этот дом должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. 25 квартир здесь получат жители ранее располагавшихся здесь аварийных домов. Остальные квартиры выставлены на продажу. А это Ружейникова, 14. Здесь был снесен один аварийный дом, в котором насчитывалось 34 квартиры. Сейчас большая часть работ по строительству нового жилья уже сделана. Здесь возводят 4 9-этажных дома. Это 294 квартиры. Поочередно дома сдадут до октября. Как рассказали представители городского акимата, до конца текущего года в Уральске снесут еще 5 аварийных домов. На их месте также начнется строительство нового жилья. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.